Вот это мне картинка попалась случайно. У меня есть друг Виноградов, так, это вот то, что дядя Ваня, то он написал, что дядя Ваня нужен пиар, он с ним пообщался, да. Ладно, а дядя Ваня не все знают, это хорошо, потому что когда я говорю дядя Ваня, подозреваю, что вы знаете эту личность. Сайт, который пропагандирует, не пропагандирует, а использует мою фотографию, якобы у него есть абрикос, пишет, что абрикос должны расти вверх, а не вниз. Ну это понятно, понадергали, и у нас впереди интересы такое будет быть, это разбор полетов. Вот, но это с моей это, фотогалереи. Внимательно. А, теперь надо сделать, знаете как? Чуть поменьше, а то не вмещается. А, вот так, например. Нет, чуть-чуть больше. А, вот так. Смотрите. Мой сад, мой забор. Можно даже экспертизу провести. Интересно, что разоблаченных больше 100 водопитомников ни один не сказал. Нет, это железо у нас фотографируется. Ни один. Несколько убрали, остальные так и красуются. Еще раз. Кому эти ветки помешали? Они до того, как покрылись плодами, они также вниз смотрели. Ладно. Это просто мне подвернулось. Знаете, они... Вы заметили, что я одну-две показываю на каждом вебинаре? Они все подворачиваются. Я их специально не ищу. Если бы я специально искал, я бы такое впечатление нашел бы уже 300-500. Ну, ладно, сейчас я вам покажу. Итак, почему, когда я начал прививать, у меня начали укрупняться плоды? А эти еще нет. Но все-таки я хочу... Я впервые и последний раз, наверное, показываю эти фотографии. Мне из-за этого еще достанется. Теперь смотрите, какой был райский сад. Внимание! Смотрим. Так, на девушку не смотреть. Смотрите на эту красоту. Все кроме девушки. Не смотрим на девушку? Эти фотографии не показывал никогда. А? Вы теперь знаете, какой рай был? Так вот, в этом раю деревья любят. Поэтому не такие. Ясно? Любят. Поэтому вы видите, как ветки клонятся. Вы видите это. Я их показал только тогда, когда увидел вот эту вот самую фотографию. Вот, где учат, что ветки должны быть отрезаны. Рекламная фотография, что продаем абрикосы. И тут же поняли, да? Отрезайте ветки. А для чего? Чтобы деревья загубить? Урожай снизить хотя бы. Ну, посмотрели. Так, на девушку повторяю. Не смотреть, только на плоды. Вот. Вот такой примерно был райский сад. Ну, с тех пор прошло лет 15. Этим фотографиям примерно 15 лет. Или 16. С тех пор плоды укрупнились втрое. И тогда появилась у меня что? Теория, ну какая? Богословы должны уцепиться, я должен у них получить. Государство премию мне не светит, а от них должна быть премия. Вот. Я не знаю, как это самое, почему, но странно, что им мои доказательства того, что деревья плодовые, я возвращаю райское качество, появились сразу такими. Почему-то они от восторга не пляшут. И еще, так, опять же, на девушку не смотреть. Вот это вот, уже другая технология. Здесь про то, что я не обрезал ветки, так, не калечил деревья. А здесь про то, что я не перекапывал почву. Видите? А теперь представьте себе, что я вот так вот, смотрите. Вот я не умею, надо было кого-то другого, вот так вот взял бы, вырезал. Ну, видимо, компьютерщики все могут, да? Такой график. Вот так, смотрите, вот так, бедрышки, так, ножки красивые, все. Вырезал вот так вот, детишки, все. И перенес, и положил ее сюда. Вот сюда. Потому что именно это требует официальная наука. Хотите, я начну цитировать? Сейчас вот, да. Во-первых, Андрей Златый, пожалуйста, не обижайтесь, что я использую фотографию для того, чтобы подчеркнуть. Это просто у вас сельхоз, как это называется? Сельхоз, это поле для чего-то, ясно, это не для деревьев. Просто я использовал что? То, что после перекопки мы имеем что? Глинистую почву, грязь. И вот эта девушка на самом-то деле, травка растет, вот. А теперь представляем, что сюда посадили деревья,
допустим, это кусочек Латвии, но это может быть в любом городе, в любом селе, то есть в любом дачном участке, везде. Вот. Пахали, посадили и всю жизнь держим вот так вот, как полагается, черную грязь. Вот. Вот. Извините, девушка моя, это бывшая родственница, но так получается, что пришлось использовать вас в качестве...